Познакомьтесь, Брайан Биллендорф, технолог и программист. Он был основным разработчиком веб-сервера Apache и одним из основателей Apache Software Foundation. Также Биллендорф был членом правления Mozilla Foundation с 2003 года, а в настоящее время Биллендорф является генеральным директором Hyperledger Open Ledger Project. Hyperledger — это международный open-source проект, созданный для продвижения технологий блокчейн с помощью функций, необходимых для открытого межотраслевого стандарта распределенных реестров. Hyperledger функционирует при поддержке Linux Foundation. Брайан любит спорт и регулярно устраивает себе паузы для воркаут-тренировок в офисе.